Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фисташка, Сундук, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас ночной город, режим прятки, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Я вам даю 30-40 секунд, чтобы вы растворились в этой классной большой карте, а я буду вас потом сильно мочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю мочить Сундука, за то, что он очень долго стоит. Спряталась. Есть. Я спрятался. Отлично. Да, я спрятался. Так, я не могу лавочки хавать. Ну, раз такое дело, я буду потихоньку выдвигаться и вас мочить. А, карта разделена на два переулка, левый и правый. Налево пойдешь, фисташку убьешь. Направо пойдешь. А почему сразу я? Сундука обострешь. Пойдем направо. Не надо направо. А чё, не ссы, я так 100 раз сделал. Карта такая немножко темноватая. И знаете, какой прикол? Вы когда включаете фонарик, у вас пропадает прорисовка. У вас тоже, да? Да. Это какая-то фишка, что ли, карты? То есть не включая фонарик или ничего не увидишь. Так, давайте будем продвигаться. Кстати, я уже слышу, как кто-то там какие-то конченые звуки издает. Так, я знаю, что здесь комната. Какие? Сейчас увидишь. Напишите я вообще застрял. В комментариях, ребята, как вам в режим с шаром? Так. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, 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 знаете что? Я знаю, они могут ныкаться на люстрах. Так, мне показалось, что кто-то фонариком блымнул. А почему никого найти не могу? Карта же не такая большая. Или она прямо большая? Большоватая. Большоватая? Я же говорю, фисташка она большая. Ты давай, давай записывать. Ты ничего не говорила. Давай, испоганься. Я тебя начальство, Димас. Так, 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 так. Почему? Я слышу звук, но никого не вижу. Вот, вот, вот. Вот, конченый звук. Короче, я побежал не на ту сторону карты. Тихо, тихо, тихо. А, сыте, да? Я тоже. Давайте будем переходить все-таки на эту сторону. Вы на крыше. Я уже целюсь. Нет. Последнее желание, говори. Нету никого на крыше. А, никого нет на крыше, ну ладно. Тебе показалось? Хотел подколоть. Ой, блин, бочка. Испугала меня. А я тебя видел. Как ты меня мог видеть? А вот так вот, я черный маг. И у меня беды за башкой, бывает. Так, я, короче, по лестнице лазю, но не умею это делать, да? Так. Башка с бедой. Так. Я не знаю, зачем я сюда лезу, но мне кажется, тут кто-то есть. Нету никого. Я же могу тпхаться, но почему я это сразу не использовал, ну? Это такие страшные фразы. Отлично, снеговик, ну что ты такой? Очень близко, очень близко. Ты такой красивый. Во-во-во-во, я на том месте, где они все тут тусуются. Так, кого-то вижу еще. Подожди, кто-то мне тут... Показалось, кто-то за спиной бегает у меня. Сиська убили. Так. Нифига себе, я захожу за текстурами, где я не должен находиться, но мне это нравится. Я отсюда сейчас буду всех видеть и мочить. Ой, я упал. Так, а зачем я вообще сюда свалился? Давайте тбхнемся сюда. О, я на карте. Так, снеговик, давай помогай, тяжело одному. Ты видишь, они читеры? Слышу, слышу, слышу конченый звук удара монтировкой по лицу кому-то. Это я, да. Ты по лицу бьешь? Бьёшь? Себе, что ли? Да, по лицу бью. Мазохист какой-то. Ты ненормальный, что ли? Два я тебя побью лучше. Башкой с беда. Подожди, тут какие-то комнаты есть, я, наверное, не знаю, как в них пробраться, да? Музыка играет. Нет никакой музыки. Слышу револьвер. Почему я двери не могу открывать? Они-то вообще открываются? А окно можно удалить? Окно не удаляется. У кого беды с башкой, тот выходит сразу на расстрел. Снеговик, ты нашел кого-то? Нет, конечно. Да почему ты не можешь найти никого? А я искаю, я летаю. Искаю. То есть прыгаю. Прыгаешь, да? Надо. Так, 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 надо. Давайте еще раз туда спустимся. Ходит. Да вы где-то заныкались в каком-то месте, я не знаю. Я вроде эту карту облетел перед тем, как записывать. Что и все нычки тут увидел. Так это я, ты что? Я тоже слышу. Кто по переулку бегает? Что за смех? Так подожди, Мас. Кто это из вас тут где-то ныкается? Hello. Слышно? Да. Это уже очень близко.
Та близко, ну что ж я вас не вижу-то? Что за расстрел? Ой, я вижу. Вот вы где? Ах, вы хитрые. На крыше я почти убил. Там фисташки. Так. Кто на крыше? Так где они стреляют? Всю карту уже поломали, я никого не найду. Я пытаюсь фисташку добить. Она нет, там бегает? Вот, вижу. Да. А, через текстуры нельзя убить. Давайте мы на ход ей тпхнемся. Она не будет ожидать, что мы тут ее же ждем. Где она? Я уже убежала. Ну, если меня кинули... Да. Тебя кинули все, и меня тоже. Блин, лучше б я прятался. Все, ребята, в следующий раз, когда мы записываем прятки, буду прятаться я. Очень сложную карту выбрал. Сам же ее выбирал. Нормально. Да, физ спрятался. На тебе, физтушка. Все-таки ты слилась. А, Димас. У меня нычка очень палевная. Спасибо. Отлично, сундук. Ты тоже с нами. Help me, please. Неужели я эту часть карты не видел? Ты мимо нас пробегал. Так как это я был тут? Тебя не было там. Так, ребята, давайте... Отлично! Спасибо, меня же. Вы что, тут все сидели, что ли, в этой луже вонючей? Да. Так, извините, я искал с тобой. Так, не подожди, кого мы не нашли? Или всех нашли? А, нет, еще не нашли крошку. Не. И все? А, Россию и крошку, крошку, и все. Так, фисташка, бери аниматроника. Не надо. Беды с башкой. А у вас скины маленькие или большие? Средний. Средний. Маленький. Так, Фролоу, ты этот с нами уже искаешь. Да, ищи. Искай. Пацаны, где еще тут какие-то нычки могут быть? Согласен. В музыкальной комнате. Да я тут был. Его сейчас прям тут. А получше посмотреть, Димас, в музыкальной комнате. Да я тут свет клацаю. Ну ладно, убью его. Я говорю, получше посмотри. Так, кого еще? Крошка-крошка? Крошка-крошка, да. Я кого-то видел. Так, в смысле ты кого-то видел? А мы тебя не видели. Я знаю, где он, вот тут он сидит. Вот тут где-то сидит на кры... Ой, я сквозь крыша? Текстуры пролетел. Меня нету на крыше. А как ты нас видишь, а мы тебя не видим? У меня проблемы, я в музыкальной комнате, я застрял. А, ты там, где вот эти динамики там? Да, я в стенку прыгнул и начал лететь туда. Так, там кто-то невидимый у меня бегает. Так, сейчас мы к ним прилетим. Да. А орешка нашли? А, вроде да. Нашли. Орнешек. Есть, крошка. Так, ребята, сейчас в конце ролика мы сделаем битву аниматроников. Я улечу далеко от вас. Короче, можно играть по всей карте. Выиграет тот, кто останется последний. Ну что, вы готовы? Крошка. Так, сундук. Тут ты что летуешь? Отлично. Не летуй, отлично, снеговик. Кто остался? Не знаю. Орнешек остался. Орешка, Хэллоуинский Бонни. И я остался. Орешка, я, Димась. Давайте. Выиграет сильнейший. То есть я? Не знаю, тебя не вижу почему-то. Потому что я хитрая жепа, спрятавшаяся. Да, конечно, спасибо. Телепортация. Я знаю, что ты где-то тут ходишь. Где я? Нигде не бегаю. Так, чекаем внимательно. Это очень хитрая жопа. Я? Ой, я? Конечно. Димас, хочешь, я к тебе его приведу? Серьезно, ты не видишь меня? Я зеленая акула. Да что, не могу его убить? У меня что, конченый аниматроник этот? Отлично. Я подался тебе специально. Ребята, по старой традиции мы проверим, как эта карта выдержит мощный ядерный взрыв. Ого, я в воду отлетел. Еще на спине, короче, фигачишь по воде.
И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!